Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании SM под номером 32102. Пилоты РККА. Пилоты данные у нас в 32 масштабе, и это нас должно радовать, любителей авиации 32 масштаба. И особенно, когда нас компания SM порадовала Ишаком, Чайкой, то нам это всех приятно удивило, но когда они еще дополнили свой ассортимент и пилотами в 32 масштабе, это вообще просто улет. Ну, а теперь давайте непосредственно к обзору. Ну, как всегда, красивый глянцевый бокс. А далее у нас коробочки из плотного картона. Компания SM заботится о своих моделях. И прекрасно все упаковано. Один литник, одна инструкция. Далее. В наборе у нас получается три фигуры. Здесь два пилота и какой-то, наверное, офицер. Простите, могу не знать, не ругайтесь сильно на меня. Так, далее давайте покажу вам краски. Какие компании SM предлагают, чтобы вы приобрели для окрашивания данных моделей. Данной модели в палитре Revel и Tamiya. Вот у нас такие цвета. На первом у нас показывается литник, он один. И здесь у нас уже фото картинки готовых миниатюр. Буквы, цвета, цифры, номера, детали, литника. Далее. Там у нас литник у нас один. Кто когда-либо уже пробовал собирать миниатюру в SM, думаю, уже знает, что миниатюра, она качественная. Компания SM очень хорошо ее выпускает, делает. В общем, последние модели всего SM отличные. Так, модель у нас в 32 масштабе, сразу обращу внимание на лица, то есть все прекрасно пролито, все мимика, все видно. То есть если вы уделите особое внимание краске, то у вас получится отличный пилот. Далее, кисти рук у нас находятся на запястьях, то есть бывает, что дается отдельной деталькой, но здесь у нас все сразу в руке целиком. Туловище, верхняя часть, она... Еще раз обращу внимание на проливку, то есть пролито отлично. Далее, стыка пресс-форм нету. Ну и каких-либо дефектов не обнаружено. На этом я завершу обзор, потому что особо сказать нечего, все отлично. Как я уже говорил, что это новинка, если вы собираете 32 масштаб, не только миниатюру, но и просто авиацию, то это данные пилоты должны обязательно быть в вашей коллекции. Они прекрасно дополнят вашу модель. Всем спасибо, всем пока.